качество коммунальных услуг оставляет желать лучшего. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. Улица Георгия Димитрова, 5. Обслуживающая организация решила убрать во дворе лишний снег. Дело, конечно, благое, вот только результат оказался плачевным. Сегодня в наш двор приезжала техника для уборки снега нашей управляющей компании «ЖИЛ Универсал». Вот вы можете обратить внимание, что произошло в нашем дворе, какие улучшения. То есть у нас вырваны все бордюры с корнем, у нас выбиты все столбики оградительные, то, что вот жильцы вкапывали сами своими силами, чтобы машины не заезжали на детскую площадку и на газон. То есть тяжеловесная техника заезжала на газон, курочила вот это все, вот возведенное руками людей, жильцов данного дома и данного двора. Снег раскидался, но растает он дня на два раньше, чем растаял бы до этого. Укурочили все лавочки в нашем дворе, повредили машину, припаркованную около подъезда. То есть полнейшее безобразие. Куда смотрит управляющая компания и где человек, который за всем этим сидит, непонятно. Техника работает сама по себе. То есть за ней никто не присматривает, что происходит тут, кто это все вот за это в ответе, мы не можем понять. То есть как-то что-то должен кто-то за это все отвечать. По сути, зимой управляющая компания, да, расчищаете вы дороги, огромное вам спасибо, но вывозите, пожалуйста, снег на специальные полигоны, не нужно тут складировать это все вот во дворах, чтобы вот эти вот кучи были, чтобы по весне не было вот такого безобразия, такого бардака, потому что это невозможно. Это грязь, это вот лишняя вода, это вот лишние мокрые дороги и так далее. То есть полнейшее безобразие. Для уборки снега есть люди, дворники там, в конце концов, те, которые должны непосредственно заниматься этой работой, то есть непосредственно убирать снег, а не ждать, пока вот он сам подтает, и потом уже вот при помощи техники все это разгребать. Ну, такая машина, я считаю, что не предназначена для уборки снега, то есть людям это как-то более-менее вот сподручнее с людьми это все делать, то есть лопатами все это разгребать. А не вот так вот все это взять, все это крушить. Люди делали, старались для себя, а приехали какие-то трактора, все вот это вот нам раскручили. Это лучше не стало, вообще не стало, то есть только хуже стало, то есть вот, вся вот эта вот грязь, весь этот мусор, весь бардак. И заново будем опять делать лавочки, газоны облагораживать, то есть скапывать опять же таки столбики. То есть это все опять остается для жильцов. Все это будем делать опять своими силами. Улица Победы, 92Б. По назначению не используется. Жители дома недовольны состоянием детской площадки. Как бы детская площадка вообще не устраивает, потому что уборки совершенно не происходят. Вот, если даже дворники приходят из окна, мы наблюдаем, они просто стоят и смотрят. Как бы сейчас, во-первых, грязь, зимой весь снег сваливают на детскую площадку, плюс там собачье, как бы все остальное, бутылки, шприцы, с ребенком вообще как бы гулять невозможно. Можно только постоять как бы на вот этом тротуаре и все. То есть даже сейчас видно, да, что и грязь, и плюс снег сваливают на площадку. Вот, ну, как бы уборка совершенно не происходит. Мы обращаемся в ЖЭУ неоднократно. Как бы они либо же, они записывают и фамилии, да-да-да, и как бы так и не убирают ничего. Она постоянно в таком состоянии, то есть я когда была беременная, то есть у нас нет ни скамеек, то есть мимо проходила, даже негде присесть. Если ты присаживаешься, то тут вообще, ну, как бы бутылки, окурки. На площадке как бы вот одна урна присутствует, но в основном она всегда переполнена, то есть оттуда бутылки и все остальное прочее. Просто я считаю, что каждый день, наверное, должны как бы дворники убираться, убирать мусор, потому что, ну, все равно дети бегают, они подбирают. Как бы вообще какое-то покрытие должно быть, да, сейчас грязь, и получается даже к качелям вообще не подойти. Зимой не нужно снег вываливать, вот, соответственно, вообще как бы зимой вообще не убирают, то есть вот как оно все лежит, лежит, копится, копится и копится, бутылки, ну, то есть сейчас даже видно, да, что бутылки, мусор, все валяется, вот, ну, как бы вообще просто неприятно даже с ребенком стоять и дышать вот этим всем выхлопами. Ну, соответственно, и машину у нас ставят практически на детскую площадку. Ну, конечно, желательно оградить. Все равно дети бегают, они могут и выбежать. Ну, как бы вообще, в основном, что сейчас во дворах во всех делают какие-то ограждения, делают чистые площадки. Здесь как бы у нас площадка, она просто ее сделали когда-то и забросили. Вот, ну, а дворники, то есть в нашем дворе, они вообще не работают. То есть пыль вот эта вот, которая садится летом, потом зимой, и, соответственно, как бы весной все это тает. Вот мы всем этим дышим. Как бы хотелось все равно как-то, чтобы было приятно во дворе.
Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.